Спасибо за возможность рассказать о развитии кинопроизводства в нашем регионе и о перспективах, которые мы видим в развитии кинопроизводства на территории Арктики, ну и во всей России. Для начала, чтобы понять, что такое Мурманская область, я предлагаю как раз-таки посмотреть ролик. Ну, в общем, этим все и сказано. Можно уже без слов даже. Не, на самом деле, если говорить о кинопроизводстве в нашем регионе, именно начало у нас фиксируется с 1926 года, и за это время полнометражных лент более 180 было снято, но если вот то, о чем вы сказали, развитие в последние годы, за последние 4 года, вот сопоставляя за предыдущие 100 лет полторы киноленты в год, а за последние 4 года 15 в год. И все это благодаря тем мерам, которые мы, собственно, предпринимаем для развития киноиндустрии именно в нашем регионе. Это локейшн-туры, которые каждый год проводятся, куда деятели киноиндустрии могут приехать, и мы, собственно, рассказываем, показываем, не только рассказываем, но показываем те самые локации, на которых можно впоследствии снять потрясающие киноленты. Также это ребейты, то, о чем уже говорили. У нас за последние 4 года предоставлено 14 киноребейтов, это 30% от расходов, понесенных на территории нашего региона. Ну и то, о чем вот предыдущий спикер, собственно, отметил, дорогая Арктика, как раз-таки преимущество Мурманской области, оно заключается в том, что это не такая дорогая Арктика. На самолете 2 часа до Мурманской области, 1300 километров от Питера, от Москвы чуть больше. Но это все достаточно близко, комфортные дороги, и вполне можно добраться. Ну и, наверное, еще отмечу, что, конечно, благодаря развитию кинопроизводства нашей территории у нас, во-первых, узнаваемость у региона появилась, у нас идет рост экономики, то есть это кино – это драйвер развития экономики, это уже, думаю, на сегодняшний день никто не будет отрицать. Более 9 миллиардов за последние годы нам принесло развитие туризма, в том числе благодаря кино. Ну и, соответственно, инфраструктура, которая также ориентирована на деятелей киноиндустрии, чтобы им было комфортно, когда приезжают, и, собственно, чтобы они хотели вернуться и снимать. Ну а если говорить о природе, как вы сами
сами видели. Это у нас и два моря омывают Кольский полуостров. Южная часть Кольского полуострова – это хвойные леса. Север – это тундра бескрайняя просто и горы. То есть все, что угодно, любую локацию. Ну, а как сами кинорежиссеры отзываются, Териберка наша – это можно просто космические пейзажи снимать и снимать фантастику. Ну, это если коротко о самом регионе. Но, конечно, мы озадачены, озабочены тем, чтобы кино было экологически устойчивым, потому что количество кинопроизводителей, которые на сегодняшний день все больше и больше интересуются нашим регионом, и, соответственно, тот запрос, который они дают, который им нужен для производства кино, это, собственно, так, мы его так называем, углеродный след, который нам необходимо рассчитать. То есть, что мы предлагаем? Это в рамках развития уже кинопроизводства в нашей территории. Мы предлагаем разработать некий такой калькулятор углеродного следа, который позволит оценить тот ущерб, который может наноситься, и, соответственно, по итогам этой оценки присваивать некий особый знак зеленого кино. То есть что мы предлагаем? Мы предлагаем разработать зеленый знак зеленого кино, который будет присваиваться по итогам конкурсных процедур, и это будет не только на Арктику распространено впоследствии, но вообще, в принципе, предлагаем и на всю Россию. Потому что в наше время, когда идет сбережение, когда идет диалог природы и технологий, то нужно особый акцент этому делать. Я думаю, это особый престижный, уже такой престижный знак будет для каждого, для каждой киноленты, что это именно зеленое кино, что оно бережно относилось к природе в процессе съемок. И, собственно, вот в этом направлении мы сейчас двигаемся, это предлагаем. И также, собственно, у нас буквально завтра уже будет подписано соглашение по этому поводу. Поэтому мы предлагаем такую перспективу развития.